и Юлия Самойлова. Ну вот, собственно говоря, не самый... Ни капли не сомневалась, понимаешь, в этом. И я очень рада. Знаешь что? Ты придешь на следующую программу, на финал, и ты получишь то, чего ты достоин. Несмотря ни на что. Нетрудно было догадаться, как это будет, какой расклад. Собственно, все. Да, очень жаль, что ты сегодня покидаешь наш Ярослав. И, друзья, давайте все вместе вспомним путь этого конкурсанта на нашем проекте «Фактор А». Между нами память и туман, ты как во сне. Ты как во сне. Эх, тебя заколбасил это там. Ой, я заплачу, боже мой, я заплачу. Молодец. Главное, только не забывай о том, что ты молодец. Он лучше всех. Просто, просто невероятный мальчик. Главное пожелание, чтобы башню не снесло. А так все отлично. У меня не было четкого представления, кто я. Я, в принципе, за этим и пришел на проект, чтобы мне помогли. Какое счастье любить тебя! Ты превзошел все мои ожидания. Ярослав, ты можешь сказать все, что ты думаешь сейчас и чувствуешь. Твое время. Все нормально, как говорится. Шоу must go on, и по традиции вы еще обо мне услышите. Так что... Мы еще тебя увидим ровно через неделю. Я надеюсь, много-много-много раз, правда? Я думаю, что да, Роман. Спасибо всем большое. Мне было очень приятно работать. Это первый мой опыт. Спасибо. Просто всем не буду разглагольствовать, скажу кратко. Спасибо. Спасибо вам большое. Если есть порох, дай огня. С восторгом чувств не для меня. И сердце девичье забьется с восторгом чувств не для меня.
не для тебя. Придет весна, не для тебя Дон разольется, и сердце девичье забьется с восторгом чувств не для тебя. Тебя цветут сады в долине, роща расцветает, там соловей весну встречает, он будет петь не для тебя, не для тебя. Журчат ручьи, бегут алмазными струями, там дева с черными бровями, она растет не для тебя. Такая жизнь брождет тебя.